это новичок, сэр. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соу. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Захаев. Имран Захаев. Моя кровь на их руках. Т-1Х, выпущена ракета! Повторяю, выпущена! Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Мы дрались бок о бок с русскими. Они... Курс молодого бойца открыт. Сейчас рядовой Ален быстренько покажет, что вам нужно делать. Не забей, больше половины из вас стреляет от бедра, как попало, поливая все пулями. В результате никуда не попадаете и выглядите как придурки. Рядовой Ален, покажите, что я имею в виду. Возьмите оружие и стреляйте по мишеням позади вас. Рядовой Ален, возьмите со стола оружие и стреляйте по мишеням, которые позади вас. Прием, прием. А теперь слышно меня, ребят? Ку-ку! Ку-ку, ребята, выходите на связь. Слышно меня? Ставьте плюсик, если меня слышно. Так, о, супер. А, поехали. Так, мне нужно подойти и взять... Подождите. Взять. Так, взяла. Стреляйте по мишеням. Развернуться. А, где мишень? Не используйте прицел. Я пытаюсь донести до них мысль. Сначала не использовать прицел? Так, подождите. А почему не использовать прицел нельзя? Короче, мало ли что он там говорит мне. Прицел не использовать, слышишь? Пока не используйте прицел. Ну почему не используешь, из-за командир дурак? Так. Так. Поняли, что я имел в виду? Дождь, пуль повсюду. Не, это я играю, ребятки. Я. Используя прицел. Так, а теперь используя прицел, да? Скажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишени. Присядьте? Подождите, а как присесть? Ален! Присесть, все. Используйте прицел. О, класс, слушайте. Вот так, конечно, это не в Фортнайте. Хочешь поразить мишень? Целься через прицел. Женя, привет! Алексей Авраменко, привет! Переключаться между мишенями. Так, нажмите 0, чтобы встать. Прицеливанием и стрельбой от бедра. Вперед, рядовой! Если мишень находится близко к месту, куда вы целитесь, то при взгляде через прицел оружие само... Да, это начальное. Когда заходишь в игру, проходит вот такое короткое, типа, вступление.
А потом я иду уже дальше. Ну, это первый эпизод Call of Duty Modern, вот этот вот второй. Ой, забыла прицелиться. И проходит вот такая штука. Медленно. Что для смены цели нужно быстро взглянуть в прицел. А, стрим делать... так, подождите. Так, стрим делать сложно? Да, сложно, ребята. А чё? Опуститесь. А затем нажмите L2, чтобы переключиться на ближайшую цель. Ух ты, класс! Вот это класс! Ребята, я попадаю, прикиньте! Вы такое видели? Ха-ха! Чтоб я так стреляла, ёб! Что ж, слишком медленно, это слишком круто для меня, и так. Да не, на ПК не интересно. Так, а что он сказал? Я пропустила. Перезарядка. Есть. А я в сообществе написала, не знаю. В этот раз я уже написала в сообществе. И кто не увидит... Может, уведомление не пришло? Потому что я написала в сообществе, как обещала. Так, подождите. О, есть! 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 Еще раз в быстром темпе. В быстром темпе. Покажите этим новичкам, как нужно быстро переключаться. Так я же говорю еще, что значит в быстром темпе. Мне вообще интересно. Я вообще хочу попроходить вот Call of Duty, хочу Fortnite дальше записывать, хочу еще другие стримы. Ну, то есть Call of Duty мне надо полностью пройти все эпизоды, потом я еще хочу Lara Croft, тоже очень прикольная есть игрушка, Uncharted. Слишком медленно. Да что значит слишком медленно? Что значит слишком медленно? Опустите. Что? А чё оно, блин? Есть. Перезарядка. Слишком медленно. Тайки ты. Ален, вам нужно быстрее переключаться между прицеливанием и обычным обзором. Так. Опустите, отпустите, а затем удерживайте L2. Давай, Ален, смотрите через прицел, чтобы навести оружие на мишень. Что, опять медленно? Не забывайте пользоваться прицелом. Да козёл он, этот командир, вот дурак. Я и добивался. Там вы всё? Можете поражать цели быстро и уверенно. Фу, слава укрытие богу. Укрытие малой прочности вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. То есть я должна попасть в эту байду? А, вот так, да. Последняя по счету, но не по значению. Осколочные гранаты. Рядовой Ален, возьмите несколько осколочных гранат. Так. Бросьте гранату так, чтобы поразить сразу несколько целей. Гранаты. А как их взять? А, вот так, все. Все. Поехали. На! А, прицел надо поднять. О, класс. Гранаты это прикольно. Ой. Я сама себя подорвала, блин. Короче, тут есть так называемый индикатор гранат. Короче, когда граната мигает, это значит, значит вас бросили. Последняя гранату. По счету, но не по значению. Осколочные гранаты. Рядовой Ален, возьмите несколько осколочных гранат. Бросьте гранату так, чтобы поразить сразу несколько целей. Сразу несколько целей? А что мне надо сделать? Опять взять гранаты, да? А, ну ладно. А что такое метро 203? Я пригнулась, типа, да? Хорошо. О! Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Что ж, спасибо, рядовой Ален. Идите на полигон. Все, ребята, видите, меня отправляют на полигон. Все. Теперь я могу идти на полигон. Типа, я уже умею стрелять, и мне типа на полигон можно. О, тут тоже можно прыгать. А телефон у меня? Какой телефон? Вот такой, который замерзает, когда на улицу выходишь, у него зарядка, все, капец, хана. Какой это телефон? Все знают, какой это телефон. Так. Так, вот это полигон, я так понимаю. Так, ну чё? О, тут чувак какой-то, привет. Ну, рядовой, с возвращением на полигон. Рядовой. В общем, я рядовой. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой.
Так, окей. Стопэ. Так, пистолет у тебя уже есть. Сделай одолжение, выбери пистолет. Выбери пистолет. А, пистолет, надо выбрать пистолет. Хорошо. Ага. А вот эта штука... быстро. Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. Улыбаться? Ну, улыбаться это без проблем. Погнали. А что сделать? Как ее толкнуть, блин? Тут дверь. Если ты хочешь. Как ее толкнуть, блин? Ну ладно, приступай. Отчет как, времени как начнется, мне зайти? Когда выскочит первая мишень. О, я зашла. Работаем, ребята! Чё? Куда? А где остальные? Мне идти? О! Не, в детей нельзя стрелять! Опа! Опа! Есть! У-ху! От бедра? Блин. Там дети. Перезарядка. Та-та-та-та! Какой прицел? Куда я и так смотрю в прицел? В чем дело вообще? Что он хочет от меня? Ой! А, я людей убила! Человека убила! Это плохо, да? Ладно. Рукопашный? А как рукопашный? А что надо делать? О, подожди, как куда? Куда люди тут живые? Тут нельзя, короче, надо еще разобрать, кто враг, а кто люди, поняли? Но тут... Куда прыгать? Куда прыгать? Ой, 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 тут ребенок, господи, тут дети, а где еще? А, вот. Все, я умерла. Вы слишком медлительны. Я не знал, что люди из картона живые. Но это ж типа мне надо, вы понимаете? Мне надо быстро определить. Мне надо быстро определить, где живые. Вот так. Сейчас я постараюсь вот это. Раз. Так, вот надо смотреть, если живые. Так, подождите, если живые. Сейчас я постараюсь быстрее. Их много! Так, там девочка. Или мальчик, или... Чисто. Все, в здание. Поехали. Так. И дави... А, тут же что же? О, сейчас. Прицелилась. Есть. Так, так, какой прицел? Рукопашно. А, все, вот. Так, есть. Есть, 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 есть. Ура! Так, остальное дети, куда? А, так, прыгать вниз. Вниз. Ой, ой. Ой, перезарядка сейчас. Так, не, подождите, подождите. Так, есть. А, то человек, то человек, то человек. Не стрелять, нельзя стрелять. Все? Я успела? Хотя тебе есть куда расти. Так, куда расти? Мне далеко еще куда расти. Outlast? А что такое Outlast? Я в такой не играю. Куда выезжаем? А куда мне бежать? Куда мне бежать? Куда? 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 Все по местам. Куда? В машину? Куда? О, я типа села в машину? Наверное, да. А, ребятки, а как меня нормально слышно? Да, то есть, ну, не сильно громко, нормально все, да? А, вы там на связи со мной? Самая мощная армия в истории человечества. Каждая битва – наша битва. Так, а по-моему, сюжет можно про... далеко идущие последствия, и мы не будем в стороне. Ваша Метро судьба... 203, а что это такое, Exodus на стриме? А я не знаю, что это за игра. Какой у тебя телефон? Ой, ой, подождите, какой телефон? Айфон. Что такое? Меня подбили? Меня подбили? Или... А, это так задумано. Да ну капец вообще. Так, подъем! Козел! Я тут... Меня тут подбили? Что мне надо сделать? А, стрелять надо! Да, ну капец, их там много, куда мне стрелять? Есть перезаряд? Нажмите гранатомет. А, гранатомет.
занятые противником. Отбой! Стрелять неприятеля за рекорд! Гандер 2-1. Это Варлот. Вас понял. Гранатомет. Дьявол 1-1. Ай, надо выше! Ждите связи. Хантер 2-1. Это Дьявол 1-1. Свиное 15. Расчетное время 1.5 минуты. Курс на съем. Так, подождите, подождите. Тут 2 джейдам и 2 харм. Прием. Кого уничтожить? Ждем. Дьявол 1-1. Цель белая, 12-этажка. Координаты 252-171. Сравняйте их с землей. Мост укладчик уничтожен. Все, я продолжаю стрелять. Я думала, меня убили. Там кто-то есть вообще? Перезарядка. Варлорд, это Хантер 2-1. Гранатомет. Координаты 252-171. Надо выше, блин, белый, надо выше. Да черт, ну как выше? О! Хантер 2-1, это Варлорд, вас понял. Недалеко от вас Дьявол 1-1, свиной 15. Ждите связи. Так. Хантер 2-1, это Дьявол 1-1, свиной 15. Расчетное время 1.5 минуты. Курс на Сьерра 3 к северо-западу. На борту 2 джейдам и 2 харм. Прием. Москву на 10 часов. Несколько противников уничтожить. О, я вроде уничтожила. Ждем. Дьявол 1-1. Цель белая, 12 этажа. Все? Координаты 252-171. Сравняйте их с землей. Как поняли, прием. Кого? Понял, Хантер 2-1. Начинаем заход. Цель подтверждена. Куда? Так, сейчас, подождите. Так, почему я не могу подняться? Мы выходим. Вернись в машину. В машину вернуться? Куда? Нет? Побежала, ладно. Да, наверх. О, работает, все. Все, да, вот, все, все, сюда, сюда, в машину. Села в машину, хорошо. О, ого, я за пулеметом, ребята. Какое здание, сэр? Высокое на час. На час. Эй, парень, 12 здание? Час, эй, правильно? Какое именно? Правое или левое? Левое. Погнали! А я хоть куда-то попадаю вообще? У-ху! Класс! Ребята, я попала! Эй, здание рушится! Класс. А еще можно пострелять, интересно? А, там же ж, наверное, штатские. Хантер 2 пытается прорваться. Вас понял, Хантер 2. Хантер 2, осторожнее с гражданскими. Не открывайте огонь первыми. Фу, нельзя гражданских бить, короче. Да, а как их всех пройти. Отличить в таком темноте, а? Ничего, я ничего не вижу. Вообще. Да. Оверлорд, это Хантер 2-1. Проходим тоннель Харви через Элизабет-стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите осторожнее. Осторожнее? Это спокойно, интересно. Спокойно, ребята. Это Дикий Запад. Вас понял. Фу, ну кто говорил, что это легче, чем Фортнайт? Следите за переулками. Мне ничего не легче, нифига. Тут куча военных, куча кипиша, куча хаоса. Я в шоке, я уже в панике. Сейчас, если кто-то выбежит... Вооружены? Нет, просто наблюдают за нами. Зуб даю, это разведчики. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Так, их нельзя стрелять. Ой. Вы их видите? Видите? Кого? Не вижу, парень. Всем хантерам, это сержант Поули. Приготовиться к бою. Приготовиться у нас снайперский огонь в нескольких позиций. Но нас тут куча целей со всех сторон. Так, подождите, блин, меня подбили или что? Все, я умерла? Уходим, уходим! Уходим! Они наверху! Ай, я ж так людей поубиваю, так нельзя!
Что тут происходит? Черт! Да откуда они стреляют все? Я вообще... Гранатомет! Ё-моё! Куда? 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 Надо ж доползти. Всё. Куда-то заползла. Все целы? Все целы. Они наверху. Подойди от чёртова кокона, закрепиться на верхнем этаже. Живо! На верхнем живо! Этаже. Ё-моё. Это ё-моё. А, это враг был, да? Надо добить. А, нажмите L1, чтобы бросить шумовую гранату. Есть? А, отлично. Стреляют! Ё-моё! На! На! Козёк! Козёк! Перезарядка. Так. Теперь можно идти. Так, а мне надо сменить оружие или не надо? Я вот... Фоули! Второй этаж, окно справа. Граната, бежим! О, граната, 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 граната! Вижу школу. А куда мне надо идти? Мы не боеспособны. Мы под шквальным обстрелом со стороны школы. Просим помощи. Держитесь, 2-3. Идем на помощь. 2-1. Конец связи. Мне надо перезарядить. Школы. Уничтожить. Туда? А у меня вообще какой-то автомат неправильный. Может мне его сменить? Нет. 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 Вот, может это? Куда? Прикрой меня! Прикрывать? Класс. Так, подождите, что-то их много. Ой, я своего? Блин, мать. Перезарядка. Так, я ж своих сейчас так поубиваю. Несколько убились в кабинете справа. В кабинете справа. А где право? О, гранату! Туда! Вас понял, Хантер 2-1. Есть! Кто-то меня стреляет! Да иди, козёл, отсюда! Ба. Есть? Все, есть! Ребята! Блин, я их прибила, ё-моё, что он мне показывает? А, сейчас тут же еще надо будет. Погнали, погнали, погнали. Да ну, ты что, тут такой напряг вообще. А куда мне? Сюда? Контакт, окно на втором слева. На втором слева? А, вот! Вон он. Есть. Иду через кабинет истории. Кабинет истории. Какой кабинет истории? Перезарядка. Спасибо за помощь. Отвечаем, отвой. Вас понял, 2-3. Так, а что дальше? Что дальше? Куда идти? Я что, стрелки не вижу. Подождите, ребята. Фу, ну я вам скажу, это напряженка, этот Call of Duty вообще сплошная какая-то. Я уже просто в панике. О, граната. Сейчас. Так, так, так. А стрелка мне туда налево еще надо идти. Так, подождите, подождите, подождите. А, теперь направо? Я что, не понимаю, куда мне идти вообще? Ой, там... Блин. А, все, вот. Еще козел какой-то. Чисто. Направо. Двое выходят. Так. Двое выходят. Куда двое выходят? Так, а стрелка где? Кажется, один забежал, о! Кабинет, в кабинет. Хантер 2-1, это Оверлорд. Доложите обстановку. Контролем. Противник отступает. Фу, противник Друзья отступает. Начали. Это меня радует. Принято, Хантер 2-1. Следуйте в точку сбора осторожно. Могут быть мины. Отбой. Мины? Понял, какие Оверлорд? Мины? Спасибо, вы что, прикалываетесь? Отбой. Отряд! Следить за противником! Выдвигаемся в точку сбора! А чё мне? А, направо.
Так, я уже переживаю. Сейчас опять кто-то выпрыгнет, ё-моё. Все, мне капец, походу. Ребята! Их много, их очень много! Где еще кто-то? Меня прибьют сейчас просто! Куда надо мне идти? Я не понимаю, где стрелка? Нет, не сюда! Нет, нет! Где? Кто меня стреляет? А, вот они, падлы! Перезарядка, погнала. А, тут козел еще один. Кто это? Это мой, нет? Возьмите мой вертолет. Какой вертолет? Вы отлично там... справились с задачей. А, я отлично справилась с задачей! Ё-моё! Куда? Куда идти? Куда идти? Ребята! Я прошла какой-то кусочек. Ну что, на этом закончим или еще один эпизод пройдем? А ну-ка напишите плюсики. Как считаете? Еще один эпизод пройдем? Ребятки, меня слышно? Еще один эпизод идем или на этом заканчиваем для первого раза? Как вы считаете? Подожду, кто-то будет еще со мной дальше как идти? Как я выгляжу? Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. А, ну, то есть, Женя, ты считаешь этот эпизод уже закончить или идем дальше? Скорее, Алексей Авраменко, ты плюс, идем дальше налево. Или ты говоришь закончить? Помни легенду. Это привет, Алекс Плей, да, привет. Это отряд 141. Так, ничего не поняла. Плюс это значит идем дальше, планеты. Да? Я уже ничего не понимаю, мне тут со всех сторон стреляли. Ребята, я вообще в панике. Модуль автоматической системы контроля в тылу врага. По колено в воде? Ну давайте еще я один сказал, эпизодик. В жестоком холоде. Да, еще один эпизодик, а то что-то совсем мало. Я вроде прошла. Уже классно. И спасибо вам, что вы меня смотрите, ребятки. Вообще. Мне с вами уже не так страшно. Ой, тут еще и зима, ё-моё. А, завтра турнир какой-то, да? А, по Бравлу, да? Ну я надеюсь, что я завтра зайду. Пошли. Пошли? А куда пошли? А там же ж обрыв. Ё-моё. Так, подождите, подождите. Так. Так, а как тут? Так, тут просто надо идти в бок и все, короче. Идти в бок. За ним. Все, иду. Оставайся здесь, следи за мной и жди сигнала. Что значит оставайся здесь? Жди сигнала. Так, хорошо, жду сигнала. Порядок, лед крепкий. За мной. Так, хорошо. А как мне тоже так сделать, как он сделал? Как мне сделать? Как мне сделать? А, все, нажмите и удерживайте R2. Поехали. Опа! Так, а дальше? А, все, попеременно. R2, L2, все, погнала. Надо быстрее, наверное. Все, отлично, отлично. Так, есть. Ой, ну он так высоко вообще. Так. Ё-моё! Тут, наверное, холодно. А, в Outlast легче, да? Ну, я уже не знаю, мне говорили, что в Call of Duty легче, только я нифига не вижу, что легче. Мне вообще как-то очень трудно. Так. Удачи, приятель. Что значит удачи? До встречи на той стороне. В смысле? Мне бежать? Все. И что, я прошла, нет? Опять? Ой, красавчик, чувак, спасибо тебе. Давай, тяни меня, тяни. Ой. Ну, все, меня спасли. Фу. Ой, спасибо, Людмила Иваницкая, спасибо.
Ну, я не считаю себя, что я крутая на самом деле, ребятки. Это вы крутые, потому что вы вот меня поддерживаете и придаете мне вообще сил, уверенности вообще, что я куда-то могу ползти, бежать, что-то делать, стримы записывать. Там вы смотрите мою видео. Так, тут надо прыгнуть. Крауч, проверь датчик сердцебиения. Датчик сердцебиения. Так, о. Сейчас ты должен меня видеть. Я синяя точка. Все неизвестные объекты будут показаны белыми точками. Опа. Короче, ребята, враг — это белые точки на этой фигне. То есть на вот этом датчике. Какие приколы? Эти какие клоуны приколы? Даже не подозревают, что мы здесь. Женя, давай какие приколы? Ой, я их убрала, ребята, я их убрала, тихо. Так, так, так. Так, а куда дальше? Привет, Сергей, привет, спасибо, что пришел. Видите, хорошо, что они закончили первый эпизод. Вот еще кто-то присоединяется из ребят и могут посмотреть. Ну, по крайней мере, кто будет впервые проходить... О, там враг, ребята. Кто будет проходить Call of Duty, вот этот уже первый эпизод, уже будете знать вообще, где, что, куда, как. Тут уже, видите, зимняя локация. О. На счет три. Раз, два, три. Уху! Класс. Убрали. Убрала, убрала. Вообще супер. Кирилл. Ну там, по-моему, минимум 4800 кубков, ребята, чтобы ко мне в клан Badland Brawl зайти. Dead by Daylight. Нет, не знаю. Могу посмотреть, папажа. Но я сначала Call of Duty, Fortnite, ребята, Lara Croft, Uncharted. А потом я их пройду, уже на канале сформирую уже эти все подборочки по прохождению. Потом, может, какая-то игра еще забежит ко мне быстренько, то я еще буду пробовать начинать. Но я планирую часто стримы теперь запирать. Ну, если будет возможность, конечно. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. Так, подождите. А ты иди на базу под прикрытием Бурана. Что значит сама? Я сама. Охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. Охрана меня не увидит. И следи за датчиком сердцебиения. Удачи. Ага. Так, то есть надо найти место, где их меньше всего, и туда идти. Ребята, я сама нифига не вижу, куда мне идти. Не понимаю, куда мне идти. Тут темно, вообще ничего. А, к хрусталочку от меня. Зайди на мое любое видео по Badland Brawl. Подождите, тут ничего не видно. Их тут много, ребята. Как мне мимо них пройти? Так, я занычкарилась. Я занычкарилась. А что, мне ему в ногу стрельнуть, что ли? Они же меня спалят сразу. А стрелка мне налево. Слева. А зайди, короче... Прячься. Один тебя заметил. Прячься. Один меня заметил? Тебе подходят с разных сторон. Ай, 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 ай. Перезарядка сейчас еще. Ё-моё. Их много, ребята. Их много. Какой датчик уже? Мне уже не до датчика, блин. Хрусталку. Хрусталку, зайди под любое мое видео на Badland Brawl. Там под видео есть описание, и там есть полный алгоритм. Перейти по моей ссылочке нужно, и получишь хрусталочку на шарика. Так, я что, вышла отсюда? Вышла? А где они все? Вот еще один! Оружие без глушителя привлечет слишком много внимания. С глушителем. Тактический модуль с глушителем надо переключиться. Ё-моё. Так когда тут переключаться? Некогда. Ай! Машина, прячься. КЛ-канал, ты играл, да? Я вот не играла, я вот первый раз играю вообще. Вообще, я думала, что эта игра полегче. Если бы я знала, что такая жопа, я бы сюда вообще не пошла. Я стрелять плохо умею. И меня вообще кипиш, когда они все вокруг, у меня кипиш, паника. Вот, их много, их надо пристрелить всех. Так, трое осталось. Надо с глушителем, блин. А когда мне, я боюсь, они все тут ходят. Ай! А, так, 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 все. А, так, удержать. АК-47. Ай, кто там? Это мои, не мои, да? Это враг, слева. Да? Слева? Что слева? Где лево? А, слева. Вот он, вот он. Ай! Есть! Справа? Блин, да тут вообще ничего не видно. Право-лево. Я вообще не понимаю, куда мне надо двигаться.
прямо за спиной. Какая картошка? Справа. Картошка? Не знаю. Это что, Call of Duty называется картошка или что? А как я выше посмотрю, у меня чат, он поднимается, я уже не вижу потом. Я только потом смогу подняться. Я же смотрю на экран. Так, подождите. Какое-то движение на полосе. Тут группа бойцов. 20 с лишним. Похоже, идут к тебе. Достигнута контрольная точка. О, это меня радует. Достигнута контрольная точка. Вот и заправочная станция. Ура, заправочная станция. Ты ее нашел. Фу, я ее нашла, да. О, класс, все. Беги туда же. А куда бежать? Куда туда же? Так, подождите. 120 метров, 107 метров. Так. Так, темно. А, ну это же этот снежный буран, блин. Да, противник, нужна помощь. Кто? Беги, они тебя нашли. Бег, бежать надо. А куда бежать? Ё-моё, вот они. Похоже на БМП. Не суйся туда. Куда? Не суваться туда. А куда надо соваться? А, вот сюда, в ворота, наверное, надо. Сейчас, сейчас. Сейчас. Беги оттуда. А, беги оттуда. А куда бежать? Налево. А, вот сюда? Ага, мне надо было выйти налево, походу. Блин. О, есть выход, да. Вот, а дальше куда? Вот. О, это враг? А, нет, это свой, ура, привет, привет. Пейзажами любуемся. Да, пейзажами. Привет, капитан. Я так рада тебя видеть. А что, опять жопа, да? Опять стрелять? Да что такое? Когда походить спокойно можно? Пособирать там что-нибудь. О, все, убирать. А, он типа тихо его должен был убить. А, ё-моё, а я стреляю-то, ладно. Ну, прости меня, капитан, прости. Прости меня, капитан. А, тут надо, наверное, сейчас вот сюда. А чё? А чё? А, мне надо наверх. Мне надо наверх на лестницу. Найди наверху модуль автоматической системы контроля. Модуль автоматической системы контроля. Так. 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 Так, есть. О, вот он. Вот он. Ближе надо подойти, да? Роуч, найди наверху модуль системы контроля. Да нашла уже, Роуч. И не Роуч, я Виола. Роуч, меня заметили. В смысле? Не трогайся и не стреляй. А что мне делать? В смысле? У вас 5 секунд, чтобы сдаться. Роуч, переходи к плану Б. Какой план Б? 4! 3? А что? Вот, ребята! Знаете, что я нажала? R2. Кто... А теперь фигачить. Пошел на костюм. А я что-то не попала вообще, перепутала. А куда? Я заплутилась. Укрываемся за мигами, идем через предотвратный... А, вот он, вот он. Это враг? Нет, куда стрелять? Перезарядка. А где лестница? А где лестница? Куда мне идти? А, вот лестница. Ой. А, я своего чуть не прифигачила. Куда стрелять? Для данного транспорта пули не опасны. Перезарядка. Куда быстро? Куда? Куда бежать? Перезарядка. Кто? Кто прикроет? А, меня типа прикроют, да? Меня прикроют, типа, он меня прикрывает, а как бежать? Бежать, быстро, быстро, быстро. На, как козёл. Быстро, 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 да, 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 быстро, я бегу, перезарядка. Я бегу, мне туда, чуть-чуть, 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 да, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. У-у-у, снежок. Куда? Куда? А куда мне надо? А куда? А где мой? А, мне надо их... О! О, ребята, граната! На, козлы! Ой, она не туда покатилась. Я забыла. Да на тебе!
Блин, у меня перезарядка. Так, подождите. Еще кто-то есть? О, я их убила. Не? Перезарядка. А как? Они же двигаются. На! У-ху-ху! И что? Роуч, что это? Давай на снегоход. Уходим отсюда. На снегоход? А как мне на снегоход? А что, он занял мой снегоход? А, все, мне сюда. Забраться. О, погнали. О, по катушке. А как ехать? О, R2. Все, погнали. Погнали. У-у-у! Слушайте, класс! Тут елки, ё-моё. Сзади. Быстрее! Да блин, отрываемся. Как? Я сейчас в камни нафиг въеду. Ай, я ничего не вижу! L2, чтобы стрелять? А что мне стрелять? Куда? Задним ходом, задним ходом. Куда? Все, мне хана, ребята. Все, мне хана, мне хана. Да подождите, а как мне на руль переключиться? Блин. О, Виолка топ, спасибо тебе, Денчик Олейников. Сейчас я попробую поехать. Так, стоп, 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 стоп. Да не торможу, все, еду, еду. Да еду! А, тут еще стрелять можно, там не камни, ё-моё. Блин, камни! Ё-моё, 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 ёлка, ёлка! Я ничего не вижу, куда я? Куда надо ехать? Я не понимаю, я не вижу нифига вообще. Еще какой-то вертолет. Ой-ой-ой. Слушайте, ну как-то в жизни на автомате мне поприятнее ездить, я вам скажу. Я что-то тут вообще нифига не понимаю. Как мне ехать, куда мне ехать? Еще стреляют. Браво 6, у нас мало топлива, доложите обстановку. Что значит мало топлива? Мы под обстрелом, но почти у цели. Все, погнала. Блин, тут елки, елки, елки! Ребята, я въехала в елку! Фу! Не, ну я нормально доехала. Сейчас, подождите, сейчас. Сейчас. Сейчас я этот участок попробую пройти, короче. Так, ну. А куда надо стрелять? Так, так, ладно, я не буду стрелять, потому что я нифига не доеду до нужного мне места, если я буду еще стрелять. Ой! Браво, ой! 6, у нас мало топлива, доложите. Блин, тут камни! 6-1, мы под обстрелом, но почти у цели. Да ну, давай, давай, давай! Вперед, вперед! Под обстрелом! Я ничего не вижу! О, вижу, все, опять эти елки. Так, я тут попробую чуть-чуть притормозить и проехать. Вперед! Да быстрее! Я понял, он так я в елку врежусь! Если я. О! Давай, 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 да, давай! Так, все, я поняла, тут надо скорость выше, чтобы я могла через овраг перепрыгнуть. Ладно, все, если я перепрыгну через овраг, значит, на этом и закончим. Потому что я не готова. Нет, елки! Елки! Ёлки, а как мне скорость выше, ёлка? Блин, да блин, ну что такое? Ё-моё. Да, если бы я знала, ребята, что такое Call of Duty, нифига я бы сюда не пошла нафиг. Никогда. Мне надо набрать скорость. Мне надо набрать скорость и проехать туда очень быстро. Но там ёлки. И я не могу из-за этих елок. Я сейчас попробую маршрут разогнаться уже в конце. Сейчас. Так, 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 поехали! Давай, 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 жми! Ну! Да! Мы вас видим. Давайте на борт. Я прошла, ребята! Класс!
ребята, все, на сегодня с меня хватит. Приходите все на следующий стрим, пожалуйста, Кирилл. Пожалуйста, я очень рада. Я вам всем желаю отличного вечера. В сообществе опубликую, когда будет следующий стрим, ребятки. Всем пока, обнимашечки, на связи. Приходите обязательно.